Це було 10 років тому. Фінал Кубка України з футболу, Динамо Київ, Карпати, Львів. Під кінець матчу Андрій Шевченко забиває один із найкрасивіших голів у своїй кар'єрі. Заповнений Олімпійський в екстазі. Однак майже у всіх уболівальників емоції захоплення поєднуються в душі з гірким щемом від усвідомлення того, що вони, напевно, востаннє бачать Шеву в динамівській футболці. На той момент його трансфер до Мілана був фактично вирішеною справою, і цей фінальний матч був бенефісом молодої зірки у Києві. І навряд чи хто тоді вірив, що настане день, коли динамівські вболівальники будуть знову стоячи аплодувати київському динамівцю Андрію Шевченку. Це відбулося. Його повернення і повноцінний контракт з «Динамо» на 2 роки – факт. Дехто скаже, просто обставини склалися подібним чином. Ми ж бо знаємо, ця історія розпочалась задовго до того, як Шевченка не включили в заявочний список Челсі на Лігу чемпіонів. У серпні 2005 року вболівальники вже пережили дещо схожі емоції, коли дізнались про те, що в «Динамо» повертається Сергій Ребров. Президент клубу Ігор Суркіс, щасливий після підписання угоди, тоді сказав, що докладе всіх зусиль, аби неважливо в якій ролі повернути в «Динамо» і Андрія Шевченка. Я мечтал, чтобы такие футболисты, как Сережа Ребров, возвращались в клуб. Вот одна мечта сбылась. Всі тоді розцінили цей намір як красиву, але не здійсненну мрію. Бо на дворі був 2005 рік, і чинний володар «Золотого м'яча» Андрій Шевченко на той момент – ікона для вболівальників Мілану. Він привів свою команду до перемоги в Лізі чемпіонів. Увійшов до трійки найкращих бомбардирів клубу, раз по раз забиваючи феноменальні голи. Такі, як цей. Який гол забиває Шевченко! Фантастика! 1-0, Мілан впереді. Ну, який ігрок! На той момент його трансферна вартість вимірювалась десятками мільйонів. Але говорити про це можна було лише гіпотетично. Бо Мілан свого лідера не мав наміру продавати ні за які гроші. Доки 2006-го за справу не взявся Роман Абрамович. Далі ми не маємо наміру переказувати низку подій і так добре відому київським уболівальникам. Перейшовши до Челсі за 60 мільйонів доларів відступних, Андрій став одним із найбільш оплачуваних футболістів світу. Але з кожним наступним роком у Лондоні грав і забивав все менше. Рік тому, повернувшись уже на правах оренди до Мілану, він намагався відновити втрачені позиції, але марно. І в рідному клубі майже увесь сезон Шевченко просидів в запасі. Цього літа зі зміною наставника у Челсі у нього, здавалось, з'явився новий шанс. Він пройшов з командою активну передсезонну підготовку і мав надію вже закріпитись в основі. У Києві в цей час вже пильно стежили за тим, як розгортаються події в Лондоні. Від мрій президент клубу, заручившись підтримкою головного тренера, перейшов до активних дій. Шевченко отримав пропозицію – майже карт-бланш мати в «Динамо» ігрову практику на найвищому рівні. Гравець же все ще сподівався закріпитись у Челсі. Але остання крапля терпіння для Шевченка. Його не вносять в заявку лондонців на Лігу чемпіонів. Він нарешті погоджується. І далі Ігор Суркіс майстерно доводить справу до щасливого фіналу. Я, кстати, теж дуже благодарен Роману Аркадійовичу Абрамовичу за те, що у нього була можливість в останню хвилину відпустити Андрія в абсолютно інший клуб. Я не буду говорити, який, але він був клуб з іменем. Но он пошел навстречу, отпустил Андрея в клуб «Киевского Динамо», понимая и ценя традиции клуба «Киевского Динамо». Я ему за это очень благодарен, что он нашел все силу воли, может даже где-то потерять в деньгах, но отпустить Андрея в наш клуб. Андрій справді за ці 10 років підтримував тісний зв'язок з «Динамо». Сюди він спершу привіз виграний Кубок чемпіонів, а згодом – золотий м'яч найкращого футболіста Європи. А одного разу, відновлюючись на базі в Конча-Заспі, навіть провів один тайм за молодіжну команду «Динамо». До того ж, згадайте участь Шевченка у подіях на честь 80-річчя «Динамо» і благочинний матч на стадіоні імені Лобановського, де зіграв на полі разом зі своїм нинішнім президентом. Втім, навіть попри це, його перехід все одно був справжньою сенсацією, в яку мало хто вірив до останнього. Тому на прес-конференцію, яку оголосили буквально за добу, журналістів прийшло чи не найбільше, ніж на післяматчеві коментарі в Лізі чемпіонів. Футболка номер 7 в руках Шеви, яку щойно звільнив бразилець Кореа, на цьому тлі нагадувала останню карту в дуже складному пасьянсі, в якому вмить все стало на свої місця.
Мой переход, конечно, большое спасибо всем людям, которые повлияли на него. Но прежде всего большое спасибо вам, наверное, всем жителям, всем болельщикам Украины, потому что, зная ваше отношение ко мне, любовь, и я не мог просто этого не сделать. Поэтому спасибо вам большое. Обіцянка головного тренера задіяти Шевченка у матчі з Донецьким Металургом не на жарт сколихнула вболівальників Києва. Вже зранку до кас вишукувались довгі черги. Сумнівів у тому, що більшість іде саме на Шевченка, майже не було. А остаточно вони розвіялись тоді, коли наш герой вийшов на передматчову розминку. Я очень рад, действительно. То есть полный стадион сегодня. Спасибо большое болельщикам, так как меня приняли. Но я не ожидал, конечно, другого. Если бы, наверное, был бы республиканский стадион, наверное, был бы и республиканский полный был. Поэтому мне очень приятно. Со своей стороны, вы знаете, я всегда буду стараться для того, чтобы этот клуб только процветал и болельщики только получали удовольствие. Как в игру за «Динамо Киев», так и в игру за сборную. Увесь перший тайм стадіон розривався між подіями на полі і стеженням за Андрієм. Валерій Газаєв все ж вирішив не випускати Шевченка зі старту. Тож футболіст з лави запасних спостерігав за тим, як «Динамо» спочатку повело в рахунку. А потім пропустило гол. Символічно, що у цьому матчі, окрім повернення Шевченка, відбувся дебют в основі молодого Дениса Гармаша, новоспеченого чемпіона юніорського Євро. Дебютант, невдала передача якого посприяла пропущеному голу, намагався як міг спокутувати провину, і саме з його пасу «Динамо» знову вийшло вперед. А це не третій гол, це вболівальники побачили, як Шевченко пішов розминатися. Кульмінація очікувань досягла апогею, і щойно команди вийшли на другий тайм, стадіон вибухнув оплесками. Історична мить. Через 10 років Шевченко знову вийшов на поле в динамівській футболці. Вам легко гралося? Сказати чесно, тяжело. Почему? Ну, потому что, я же говорю, я давно не играл, но это для меня игра как целый сезон, можно сказать, потому что и 45 минут сыграл, и лучше чувствовать себя в конце начал. Я думаю, сейчас игры сборной очень важны, как раз для меня этот тайм очень важно будет, потому что уже сыграть перед этим одну игру, будет игра в субботу, потом еще сборная. То есть мне надо постепенно выходить в форму. Оцінювати його дії у цьому матчі можна лише позитивно. Супермотивований гравець шукав будь-якої можливості загострити гру. Багато рухався, діяв корисно для команди. Слід віддати належне і його партнерам. Вони зробили все, аби камбек Шеви вдався. Особливо варто відзначити у цьому сенсі Артема Мілевського. Він взаємодіяв з Андрієм так, ніби грав з ним в парі принаймні сезон. Звичайно, дався в знаки спільний досвід виступів за збірну. Тим не менш, саме з гострих передач один одного обидва могли забивати. А в фіналі за всіма законами Голлівуду відбулася розв'язка зі знаком «плюс». На останніх секундах матчу Мілевський віддав Шевченку суперпас, той заробив справедливий пенальті, і той же Мілевський, штатний пенальтист «Динамо», благородно поступився своїм правом тому, для кого це було найпотрібніше. Я ему с радостью вот уступил момент, потому что прекрасно понимаю, что для него значит этот гол. Мы его все командой поздравим вместе с президентом, поэтому я думаю, что второй тайм получился очень довольно-таки неплохо. Каждый хотел действительно подыграть Андрею, и вы все понимали, значит, что он вышел, и пытались его, так сказать, вывести на ударную позицию. У него было у одного момента 3-4. Вот, поэтому, естественно, так сказать, сейчас с этими переездами, так в целом, мы увидели, что высочайшее мастерство, оно присутствует, необходима готовность, вот и все. Так він повернувся. Його приїзд став сенсацією, а дебютний матч – фейерверком емоцій. Однак всім зрозуміло, що все серйозне лише починається. Емоції охолонуть і підуть наступні матчі, зрештою почнеться Ліга чемпіонів. І саме ці ігри покажуть, наскільки вдалим був цей трансфер з ігрової точки зору.
Фахівці ж вважають, що Шевченку до снаги відіграти в «Динамо» максимально ефективну роль. Шевченко є Шевченко. Навіть не граючий Шевченко потребує к себе пристального внимання суперників. Навіть не граючий Шевченко, не граючий, не маючи ігрової практики, може создать что-то нестандартное, что поставит в тупик оборону соперника. Не варто чекати від нього надто багато у найближчих матчах. Останні роки для Шеви були дуже непростим періодом. Варто дати йому можливість знову відчути смак гри і забитих м'ячів. Ми переконані, що лише толерантне ставлення до його прогресу стане необхідною передумовою його виходу на пік форми. Очень-очень счастлив. Мы передаем ему привет. Пускай он забивает, радует нас. Мы все болеем за него. Очень-очень-очень. Шева лучший. Шева самый лучший. Да. Шева просто наш герой. Да. Я очень этому обрадовался. Я был в восторге. И все болельщики, которые сидят, мы по абонементу сидим, у нас свой контингент есть. Мы были в восторге от возвращения Шевченко. Мы обеими руками за то, что он возвратился. Я думаю, что он только пользу принесет киевскому «Динамо» и себе лично. Шева для «Динамо» – это легенда, это в первую очередь сила, опыт. Для Украины это, как бы, можно тоже идол какой-то, идеал. Что еще можно добавить? Шевченко – это звезда. Я помню его первый матч за «Динамо» Киев. Это было просто супер. Этот его первый гол в официальном матче Баварии, который был именно в Лиге чемпионов, он просто... Сделал из него звезду все-таки. Я считаю, этот первый гол у него. И потом его просто... Молодец он, конечно. И «Динамо» сейчас, я думаю, он наберет кондиции и будет просто будет звезда. Впечатление хорошее, во-первых, по приему, который мне сделали болельщики и, наверное, команда, стадион. Было просто такое какое-то ощущение, то, что действительно тебя очень ждут, здесь тебя любят, и было приятно выйти на футбольное поле, тем более матч завершился с моим забитым мячом, выигрыш команды, было очень, очень здорово. Эти 10 лет, которые я отсутствовал в Украине, здесь, и не играя за «Динамо», я всегда оставался сердцем и душой с этой командой, потому что это команда, которая не является только для меня, как для футболиста, но и как для болельщика, потому что я начинал свои первые шаги футбол, будучи болельщиком, большим болельщиком «Динамо» Киев. Поэтому я всегда за командой следил, я был всегда в контакте и с игроками, и с тренерами, и прежде всего с руководителями клуба. Это с Игорем Михайловичем Суркисом и Грежем Михайловичем Суркисом. Прошли 10 лет моей футбольной жизни, прошли на очень высоком уровне. Я сыграл в очень хороших командах. Сыграл, вы сами знаете, в Милане, в Челси. Поэтому эти 10 лет были очень интенсивными. Практически каждый сезон
Были очень ответственные игры, и финалы Лиги Чемпионов, были выигрыши, проигрыши, были различные кубки, чемпионаты. Поэтому был такой насыщенный период, в котором то, что я задумал, практически мне все удалось. Это незаменимый опыт за эти 10 лет выступления в одних из самых лучших европейских клубов. Ну, а то, что, конечно, невозможно вернуться назад и не забрать, это молодость. Поэтому как бы моя карьера, можно сказать, подходит к концу, потому что я буду стараться ее продлить больше и больше и больше, потому что я уже сказал в интервью, то, что я еще остаюсь ребенком на футбольном поле, у меня то же самое желание играть в футбол, как и осталось. Но, годы сказываются, поэтому не всегда получается быть физически хорошо выглядеть на том уровне, на котором ты выглядел там 20 лет. Но за счет опыта, за счет твоей индивидуальной игры, можно сказать, моего индивидуального мышления, на футбольном поле можно принести большую пользу команде. И я строю очень хорошие и планы на этот сезон. Во-первых, я не вернулся заканчивать футбол здесь. Я вернулся сюда, потому что здесь меня любят, здесь меня ждут. Команда играет в Лиге Чемпионов. Поэтому мы строим большие планы на будущее. И все будет зависеть от нас, как мы будем проводить эти игры. Поэтому я считаю, что каждому человеку дается шанс. Но немногие могут сделать этот шаг и пойти навстречу, попробовать его использовать. Некоторые остаются на одном месте, на достигнутом, и пытаются там останавливаться в своем развитии. Я этого никогда не делал. И, да, у меня был сложный последний год, травмы, и, можно сказать, даже полтора года. Травмы, я практически мало играл, но для меня лично это для моей карьеры, я считаю, это большой плюс вернуться в Киевское «Динамо» и со всем желанием играть за эту команду. По крайней мере, все мысли мои, все мое желание будет направлено здесь, на это футбольное поле. Мы с Валерием Газаевым мы знакомы очень давно. Это такая очень интересная история, когда-то в свое время он тренировал «Аланию» и хотел видеть меня в рядах этой команды. Но я уже начинал играть за Киевское «Динамо», поэтому очень было невозможно практически было думать об этом. Я очень уважаю этого тренера, очень уважаю. Уважаю как человека, уважаю как специалиста, который на бывшем советском пространстве добился многого, потому что ЦСКА он первый выиграл Кубок УЕФА. Это был очень большой толчок для российского футбола, и не только для российского, а для всех стран постсоветского пространства. Это тренер, который не только словами, но и делом на протяжении всей своей карьеры доказывал, что он является одним из самых лучших тренеров на постсоветском пространстве. Газаеву очень нравится это быстрый футбол, быстрый, скоростной. Ему нравится, он любит атаковать, нравится задействовать большое количество игроков в атаке. При этом это должна быть очень грамотная, конструктивная игра. Это очень требовательный человек. И прежде всего мне нравится то, что огромная любовь к футболу. Просто огромная любовь к футболу и к своей работе. Буду надеяться, с моим приходом все-таки болельщики пойдут на футбол. И с этим я складываю большие надежды. Мне бы хотелось, чтобы болельщики заполняли трибуны, потому что я думаю, то, что
Мало кто это замечает, но я считаю, что за последние годы футбол в Украине поднялся. Поднялся и в уровне, поднялся и в инфраструктуре, и в желании президентов улучшить чемпионат. Чем больше будет таких людей, как Суркис, Игорь и Григорий Михайлович, Ренат Ахметов и отдельных президентов сегодня, которые хотят улучшить качество украинского футбола, только за счет них, я думаю, будет развиваться молодое поколение. Все-таки у нас есть хорошие молодые игроки, и победа нашей сборной на чемпионате Европы, да? Да. Это тоже большой успех, это еще раз показывает то, что да, растут хорошие молодые игроки. Поэтому я считаю, то, что уровень украинского футбола с каждым годом поднимается, тем более будут открыты новые стадионы, и будем надеяться, то, что люди начнут ходить на стадионы, как это было в свое время, в союзные чемпионаты. Прежде всего я играю перед болельщиками, которые видели Шевченко, можно сказать, в начале своей карьеры, когда создавались только его шаги. И мне бы хотелось всегда оставлять хорошее впечатление о себе. Поэтому я всегда буду профессионально относиться к своему делу, всегда буду, выходя на футбольное поле, отдавать максимум то, что я могу. И я думаю, это главное. Мне бы хотелось, чтобы и для меня, наверное, и прежде всего для киевского «Динамо», для всех болельщиков этой команды, этот сезон был как...
Більше місяця минуло з часу, як під грім оплесків київської публіки в «Динамо» повернувся Андрій Шевченко. Його дебютний вихід на поле у другому таймі матчу з донецьким «Металургом» перетворився на емоційну феєрію зі щасливим фіналом у вигляді забитого голу. То, що ждуть від Шева, завжди багато, це не секрет. І завжди з його іменем зв'язують якісь змінення в кращу сторону. Ну, Шева був неудачний сезон в Челсі, в Мілані, і багато там підзабили о ньому. Как о настоящем форварде, который раньше забивал там более 20 там, мячей за сезон. Вот. Сейчас все в ожидании находятся, я в том числе. Я очень хочу и желаю Шеве, чтобы он вернулся на нужный уровень. Я считаю, у него есть огромный опыт, я считаю, у него огромный авторитет есть. Я хочу, чтобы он его правильно использовал, чтобы это шло только на благо команде. Вот. И я понимаю, что ему непросто, на него где-то есть давление со стороны, может быть, болельщика, наверное, прежде всего, которые слишком многого ждут. Но Шеве нужно работать, и нужно работать ежедневно, и в каждой игре отрабатывать, и отрабатывать в каждом эпизоде, потому что я знаю, Газаев очень требовательный тренер, и матчи Лиги Чемпионов с очень сильными соперниками требуют максимальной отдачи. Я думаю, ему нужно забивать голы, как и любому форварду. Я очень хочу, чтобы он был похож на того Шевченка, который и был раньше. И я уверен, что у него это получится, но только при условии, если он где-то будет самопожертвованием заниматься. Потому что просто так даже в украинском чемпионате ему не будет. Я уже не говорю про Лигу Чемпионов. Какой бы ни казался украинский чемпионат легкий, он не такой уже легкий даже для Андрея Шевченко. Поэтому, учитывая его статус, ему нужно доказывать, как и мне, как и другим футболистам, которые приходят в новый клуб, что он достоин места в основном составе. Перші емоції швидко вляглися. З того моменту Шевченко зіграв ще у 6 матчах, тобто в усіх без винятку поєдинках за участю «Динамо». Хороший матеріал для того, аби зробити перші прагматичні, а не емоційні висновки щодо ролі і перспектив зіркового ветерана в команді. Шеву зараз не треба оцінювати по голам, Шеву треба оцінювати по роботі на команду, а на команду він працює від і до. Одне те, що Шева в складі для тих же молодих, для Кравця, для Ярмоленка, ну дай Бог там вийде Зозуля, для них це ну, стимул, вони будуть грати з метром фактично, бо Шева для них метр. Тож, висновок перший. Шевченко грає з великим бажанням. Незалежно від того, хто був суперником, Барселона чи Зоря, Андрій діяв максимально активно, за що ледь не поплатився, зазнавши травми, яка, на щастя, не обернулася серйозними наслідками. Втім, ця кров стала зайвим свідченням. Він не береже себе, не користується в команді особливим статусом. Його мотивація до гри на дуже високому рівні. То, що я бачив, нормально виглядає. Нормально двигает, вся игра как бы строится через него практически. Вот. И то, что он одно его как бы появление на поле уже, я думаю, много стоит для команды. Все-таки как-никак и авторитет большой, и одно его присутствие на поле. Поэтому я думаю, от этого и команда, и как бы в целом украинский футбол только выиграет. Вот. Я думаю, что у него еще есть потенциал и есть силы, которые, я думаю, что он в ближайшее время постарается реализовать. Те, чого йому так бракувало в останні роки. Втім, і сам Шевченко цей шанс використовує сповна, намагається діяти універсально, не цурається відпрацьовувати в захисті. І якщо 45 хвилин дебютного матчу за власним визнанням дались йому дуже важко, то вже у матчі з Арсеналом Шевченко був справжнім мотором команди. Ну, это мега-футболист, это даже слов нету. Он, когда пришел в команду, у всего коллектива появилась уверенность. Он передает свой опыт даже молодым, подсказывает. Даже бывает, что сидим в учебном классе, он там нету тренировок, он может стать нам кто-то молодым подсказать. Так что только вообще, это очень большой плюс. Он всю жизнь был моим кумиром, я не знаю, я всю жизнь собирал его наклейки, так это для меня, наверное, вообще самое счастливое.
Ще на презентації Шевченка Валерій Газаєв безапеляційно відповів – використовувати Андрія буде виключно у нападі. Так і сталося, хоча від матчу до матчу його роль і завдання на полі коригувались. Його звична позиція в центрі, однак проти металіста Шевченко, наприклад, зіграв на фланзі. Тренер добре розуміє його універсальні можливості, Андрій довіряє рішенню тренера на всі 100. Все-таки человек, он с именем, он звезда, он не может опускаться ниже своих каких-то возможностей. Я думаю, он еще раскроется очень и очень в «Динамо». Я думаю, он будет мотор, сердце и просто все для «Динамо». Чим нині сильний Шев? Приобрел опыт, это незаменимый опыт за эти 10 лет выступления в одних из самых лучших европейских клубов. А то, что... Конечно, невозможно вернуться назад и не забрать, это молодость. У матчі з Барселоною був одним з небагатьох динамівців, хто достеменно знав, що робити на полі. А в другому епізоді організував атаку у своєму стилі 90-х, яка могла завершитись взяттям воріт. Опытный игрок завжди допомагає, як на тренуваннях, так і в іграх. Тому, звісно, з таким опитним і з такою звіздою мірового рівня, я думаю, що легше грати намного. І я думаю, що вся молодіж на нього смотрить і вчиться, як грати треба правильно. Коли він повернувся в «Динамо», цьому раділа вся Україна. Однак місяць тому лунали і стурбовані прогнози. А що, як не заграє? Откуда вот эти вот 33, все, за 30 уже старый, значит. Ну, люди играют, вот пример тому, сейчас я играю с Тихоновым, но человеку исполняется 16 числа 39. Ну, так как он двигает, я бы еще посмотрел, кто из нашей молодежи будет так двигать, как он двигает на поле. Это не пределы, это, ну, много примеров, уже много об этом говорил, что за границей люди после 30 начинают только играть. Как говорил и покойный Валерий Васильевич, и сейчас многие тренеры говорят, что в паспорт не смотрим, все впереди. Было бы здоровье, остальное, я думаю, игру он свою не потеряет. Он прибавит еще. Теперь скептиков стало значно меньше. Та це інший Шевченко. Не мега-суперфорвард, але дуже висококласний футболіст, який діє максимально ефективно для команди. А головне, він цю команду щиро любить і її вболівальників також. Упродовж останнього місяця Андрій демонстрував неабияку відкритість журналістам. По-європейськи, без будь-яких зіркових замашок. І цим він теж приносить «Динамо» неабияку користь. На ділі тільки проявляється сущність чоловіка, да? І який він футболіст. И какой он там человек. Вот поэтому имя именем, а и каждый матч, каждая неделя следующая – это вот это испытание. И я очень надеюсь, что тот опыт, который у Андрея есть, он его обязательно передаст молодым людям, которые смотрят на него как на Бога сейчас. Но он должен тоже это понимать, что он должен быть лидером в этом коллективе. Від нього нині не чекають зірок із неба. Однак, коли він на полі, вболівальники завжди сподівались і будуть сподіватись, що навіть у найскладніших епізодах Шева візьме і виручить команду. І він 100% гідний цієї віри.